девчонки, привет. Привет, наконец-то я это сделала. Я ее купила. И сегодня опять не в бальном, извините. Кого оскорбляют эти чувства? Кстати, про майки. Кому что не нравится? Нормальная базовая майка. Очень милое дело на жару. Для мужа, мне главное нравится, для мужа. Красиво, хоть для мужа. Красиво. Девочки, если вас любят за, я не знаю, за халат в цветочек, то это ваши личные проблемы. Меня вот как-то, не знаю, не за цвету и на ткани меня любят. Поэтому в чем мне удобно, в том и хожу. Так, купила сковородку. Вот же она, что главное это в сковородке. Наконец-то я ее купила. Простую сковородку, 26 сантиметров. В этом ручка, конечно, будет нагреваться, но которые были с другими ручками, мне не очень понравились эти, они такие в пятнышку вот покрытие есть, мне такое не нравится. Сейчас я ее помою. Нет, я сейчас сначала перекушу. Чай попью с магдаленкой. Время у нас 12:30. Сейчас я как наделаю. Мальчишки уехали там куда-то что-то отвозить. Короче, меня дома с покупками оставили. Но я так скажу, на улице оно, конечно, жарко, но ветер, он такой теплый. Он, по крайней мере, есть. Не то, что такая стоячая жара, духота. Но я не знаю, в 2 часа, говорят, уже сейчас 36, будет 40. Не знаю, вроде пока терпимо. Дома пока терпимо. Не, ну, то, что, не знаю. Не умираю я от жары. Ну, сейчас, конечно, к плите встану, начну умирать. Котлет на жару. Хочу котлет. Хочу пюрешку сделать. И у меня есть огурчики маринованные. Как мне сейчас будет вкусно. Ну, котлеты, наверное, будем в процессе жарить, да? Ну, в смысле снимать. Сейчас я только чаю попью. Пока отключусь. Или не отключусь. Как вы считаете? Ладно, пока отключусь. А потом пожарим котлеты. Вкусненькие. Кстати, про красоту тоже еще. Ну, это вот то, что я на комментарии отвечаю. Главное, с глазом, девочки, на левом глазу. Он у меня, ну, мало того, что он у меня искусственный, да, как мы уже выяснили. У меня это никаких диагнозов, пожалуйста, там не заморачивайтесь, там, онкология, не онкология. Это у меня двухцветный глаз. Как сказать? Глаза голубые и от мамы. У папы были глаза голубые и у мамы карие. Поэтому мне от мамы досталось такое пятнышко. Оно у меня есть. Всегда это даже, ну, наверное, не 1/4. Ну, короче, вот здесь вот у меня пятнышко коричневое. Это я такая родилась. Это я такая боженькой помечена, отмечена. Вот. Ладно, пойду котлеты пошарю. Нет, пойду чай попью. А котлеты сейчас включусь, будем жарить. Ну что, приступим к жарке котлеток. У меня здесь пюрешка. Картошка, вернее, варится на пюрешку. Сейчас уже готова будет. Сейчас я уже пожарила, между прочим. Два яйца. Два яйца не довезли. Фарш приготовила из свинины, говядины. Лук. Корочки были тогда от хлеба оставались. И, ну, замочила, размочила, размолола. Ну, соль, перец, все, ничего больше класть не стал. Ни яиц, ничего, так ничего не разваливается. Сейчас мы их сделаем. Два яйца не донесла, говорю, в этот. Пожарила. Прям, знаете, вот душа радуется. После того, как я вся испсиховала с этой яичницей, яйца вышли замечательно. Ничего никуда не прилипло. Ничего никуда не пристало, нигде не сгорело никакие краешки. Все вышло просто отлично. Цена всему удовольствию 16 евро. Что-то там 16,50, что... ой, 15,50, по-моему, стоит. Ну вот. Не надо было так долго мне нервы мотать. Почти 5 месяцев. Все хорошо. Прям вот, ну я говорю, пускай эта сковородка будет дешевая. На ней пожаришь, там поиспользуешь ее какое-то время, и все. Потом можно выкинуть и новую купить, без всяких сожалений.
Чем вот надо ты посуду теперь трястись, которая дорогая. Так, влезет еще одна? Не влезет. Вот, ничего не прилипает. Ничего никуда не прилипает. Так, сейчас руки надо полоснуть. Я прям даже не знаю, сколько котлеток сажает. Фарш-то получилось. Ну, много, как всегда. Я, как всегда, весь килограмм забабахал. Я же не могу по чуть-чуть. Так. Тряпочка. Крышка у меня есть, крышка. Ну, естественно, сковородку без крышки продавал. Но у нас здесь такие вон есть, универсальные эти крышки. Что ко всему подходит. Еще одна есть, чуть побольше. Вот так поставлю, пусть жарится. Еще вон сколько фаршу. Не знаю, сейчас посмотрим. А может, вторую партию еще пожарим. Сейчас посмотрим, как попрет. Как попрет. Все. И будет красота. Божечки, как я сейчас пюрешку-то поем. Что-то 100 лет уже. Так. 100 лет уже пюрешку не ем. А? Уже можно. Да? Уже можно. Я, наверное, в пюрешку положу. У меня масла, по-моему, мало сливочного. Сейчас посмотрим. Масло сливочное. Да, мало. Его оставлю на бутер. Кстати, масло сливочное подешевело. Было что-то 2,20, 2,30. Вот так в магазине Меркадоне. А сейчас пошли, смотрим, евро 90, что ли. Короче, цены начали падать. По какой такой причине цены на продукты, масло, как его, подсолнечное, было по 3 евро. А вчера смотрим, 2,50. Вот так вот. Так. О, ну красота, никуда ничего не летит. Боже, оказывается, вот как мало человеку для счастья надо, да? Это вот все-таки не зря притча это про заведи козу. Вот заведи ее сначала, потом избавься и узнаешь, что такое настоящее счастье. Вот купи себе дорогую посуду, вымотай с ней все нервы. А потом простая сковородка. Даже из фикс-прайса, помните, я писала из фикс-прайса? Тоже нормально. Простая сковородка из фикс-прайса. Может сделать женщину, любую женщину, счастливой. После вот этой вот всей посуды стальной. Кстати, положила картошку варить. Да? Она пока закипела. Даже картошка прилипла. Вареная в воде. Вот она как умудрилась, я не знаю. Это просто что-то с чем-то. Так, это оставим. Пусть жарится на медленном огне. Картошку надо слить. Слить. И, наверное, давайте пюрешку, что ли, сделаем. Уж пока камеру включили, давайте уж сразу и пюрешку замастырим. Показала, да, я сколько еще фарша осталось. Так, пюрешку замастырим. Это я сейчас солью. На секундочку, из кадра пропаду. Ну, потому что вся обожгусь это. А, я сказала, да, масла мало. Сливки я, наверное, сейчас замастырю туда. Итак, начинаем. Начинаем. Где-то у меня еще толкушка ведь даже была. Где-то была. Еще бы неплохо вспомнить где. Нашла. Кто ищет, тот всегда найдет. Она чистая. Там чистая посуда лежит. Не переживайте. Она чистая. Так, я сначала вот так помню. Так. И сейчас мы сюда сливочек
и взобьем немножко, чтобы так себе, конечно, полкушка. Так, сливки. Здесь продаются вот такие сливки, называются Ната Паракосинар. Это, ну, сливки. Как их еще обозначить? Обычные, которые вот что-нибудь с ними готовить. Так, я, наверное, сейчас возьму. Какого у меня парень тут катается туда-сюда? Ясно. Сейчас он тут катается. Он пыль вытирал в комнате, представляете? Он в спальне вытирал пыль. Так. Что-то там мастерить собрался. Так, это будет у нас вместо масла. Ну, давай. Нет, девочки, фартук я не хочу. У меня есть совершенно прекрасное средство, я уже показывала, для этого, от пятен. И вот его-то мы и используем. Так. Эту штуку. И сейчас по ходу посмотрим, если будет густовато, то немножко молока добавлю. Так, главное, чтобы котлеты теперь не сгорели. Сейчас горжусь сковородкой и просмотрю. То есть, запоминаем ходы, да? Если ты ворона, никакие сковородки тебе не помогут, не спасут. Так. Прекрасно, все прекрасно. Так. И... Так. И вот так. Ну, на мой вкус немножко густовато. На мой вкус. Поэтому психану-ка я немножко молока. Конечно, молоко надо добавлять горячим. Лучше. По-правильному. Но я сейчас по-неправильному просто немножко долью. А вообще, если на молоке, конечно, надо его горячим. Иначе пюре приобретает некрасивый серый цвет. В принципе, ничего страшного не происходит. Просто оно не такое красивое становится. Вот. А у нас и так все вышли. Все, пюрешка готова. Не знаю, мне вкусненько получилось. Кому как понравится. Они, если честно, тоже небольшие любители пюре. Они почему-то вот суп-пюре едят, любят. А именно вот такое пюре в нашем классическом понимании как-то не очень у них заходит здесь. Поэтому. Так, котлетки. Сейчас эту партию снимем. Ну, прекрасно все получается, прекрасно. Так. Смотрите, ну красота. Но никуда ничего не прилипло. Нервы на месте. Все на месте. Все. Теперь, наверное, у нас дело даже до чебуреков дойдет. Не поверите. Хочу чебуреков, не могу пожарить, потому что на той сковородке, мне кажется. Ну, там либо масла надо очень много лить, да? Либо одно из двух.
Очень много оливкового масла тоже на чебуреке как бы тратить не сильно хочется. Так. А, и картофана же можно пожарить. Вот что. Так. 4. Оставить что ли половину. Не знаю даже, что прям делать. Или уж все пожарить. Так. Ладно, пожарю еще 4. И все. Так, еще по 150, а в школу не пойдем. Ну все. Сейчас разложу. Все красиво. И уже потом покажу вам. О, огурчики соленые. Огурчики соленые. Меня там в баночке еще ждут. Но это такие, это не наши огурчики, это эти, ну, испанские, они не соленые, они маринованные. Маринованные огурцы. Ну, тоже вкусные. Ну, так, когда соленых нет. Так. Все. Все, 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 все. Сейчас уже готово будет, когда сервер вам покажу. Ну, как же мне сейчас будет вкусно. Пюрешка с котлеткой. Котлетки смачные. С огурчиком. Это огурчики большие для меня. Это маленькие для Давида. И перчики для двоих. Все. Приятного нам аппетита.